Количество автомобилей на дорогах нашего города увеличивается, но при этом количество дорожно-транспортных происшествий значительно снизилось. Почти в два раза меньше ДТП зарегистрировано с начала текущего года, чем за такой же период прошедшего года. Статистику происшествий на дорогах узнавали мои коллеги. По данным ГИБДД, ситуация на бирских дорогах значительно улучшилась. С января по июль прошлого года было зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 человека и 114 были травмированы. За 7 месяцев 2018 года на дорогах города Бирска сотрудниками госавтоинспекции зарегистрировано 37 фактов дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 49 получили травмы различной степени тяжести. Состояние аварийности в этом году удалось снизить на 50%, а также по количеству пострадавших людей на 60%. Дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в нетрезвом состоянии в этом году не зафиксировано, тогда как в 2017-м таких ДТП было 3. По словам представителя ГИБДД, все же основная доля транспортных происшествий происходит по вине водителей и составляет 86%. Таких фактов произошло 32, в которых один человек погиб и 45 получили травму. При общей позитивной картине, к сожалению, немного увеличилось количество дорожных происшествий по вине пешеходов. За 7 месяцев прошлого года зафиксировано 4 случая, в которых 4 человека было травмировано, тогда как в этом году есть даже один погибший. По вине пешеходов на дорогах Бирска зарегистрировано 5 ДТП, в котором один человек погиб и 4 получили травмы. По информации Светланы Христолюбовой, все дорожно-транспортные происшествия этого года распределились по следующим категориям. Столкновений зарегистрировано 19, наездов на пешеходов – 15 фактов, и наезда на препятствия – 3 факта. Также меньше стало дорожных происшествий с участием детей. Всего зарегистрировано 5 случаев, в которых 5 ребят получили травмы. За аналогичный период прошлого, 2017 года, состояние детского дорожно-транспортного травматизма регистрировалось 12 фактов, в которых 13 ребят получили травмы различной степени тяжести. В этом году удалось снизить этот показатель на 60%. Дорожные инспекторы призывают бирчан и гостей нашего города соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах.